А что включать свет, я не знаю. Да включай радио. Дорогое. Он может из розетки выключить. Не бойся. Включай. Тебе только там. Давай, нет, вот эти, которые на машине. Молодец!
честно. Мало ты. Все равно. Давай, давай. Я сюда стану. Я нам денег спрячу. Мы бестолковые. Это вода. Пусть сегодня маленько. Не хитри, не хитри. Помню, последний вагон нас был. Там кутились бельем сзади лежали.
А мы на них усели, сидим с ним каяльником. Чего у меня крыша сорвала? Я, короче, выпустил. Ой, это сзади, короче, сзади двери. Нас выследили по Лагое. Мне... Ой, хозяйка хуёвая, что-то не подметает.
Плохо метет, плохо. А вот ты взяешь? Плохо метет, ой, плохо. Да что как бардак вообще в квартире? Это бардак. Бардак в квартире. Бабай, бабай, хозяйка, ничего не может принести, ну ничего не получается. Вообще вот это девочка, скажи. Это развлекательная программа.
просит, пока сам просит. Не просит, не просит, я же пока сам. Это 8 марта, Серёг, кто же 8 марта остался? 8 марта сейчас, короче. Держи! Давай, давай. Не волнуйся, как а как твою невесту звать? Ну, вам не знаю. Да, дочь. Привет, дочь. Ты куда? Привет, дочь. Все, хорошо. Ну, ко мне. Ну, что? Давай. Сколько денег там? Все, что ли? Я думаю, тут торговаться надо. Нет. Торгуйся, нет, подоргуйся. А что? Зачем торговаться? Не надо, не надо мужа не быстрее. Зачем? Я не буду торговать. Что там все? Какой? Она что? Один кусок 10 рублей. Один 20. Что ты еще 10, еще кусок. Давай. Ну, а ты можешь погоди, а что? Сейчас. Я сейчас тырят. А Люша, ну, с тобой. Я не пью. Ну, мне Лайонайк вообще запарили. В Скандинавии я даже не видел, где границы вообще, не знаю. Только в Финляндии пересек. Хорошо, все, хорошо. Где вот? Да ладно там. Что-то тебе не нравится. Я ставлю, я маленький. Ну, есть там бутылки. 150 рублей. Где вот? Я запарал три раза, я не получил. Я говорю, просто написал 150 рублей. А там, короче, минималка, 500 баксов, короче. Ну, минималка требует 500 долларов. Да. Не, минимум. На жизнь, чтоб ты, ну, не отказывай. День, когда я пришла, между нами сказано, не останется дело, разговор, она шесть человек и так были, да? Да. И на следующий день пришли, сели за стол. И опять пришли, сели. И все, идут. Я, мы своих родственников. Мы, да, родственники, да, места мало. А их гуляло 6 человек. Она говорит, у нас не банкетный зал, не хотела лишних людей взять. У нее тоже родственники здесь есть. Она же никого не звала, потому что, ну куда? А их 6 человек гуляло, великий. Нет, и как вы говорите, не встать-то разговаривались, ну, кого кто. Ну, так ее попробовал, я пришел, ну, и... Серёня? Я бы не хотел. Ты что я говорю? Я бы зачем же на ней женюсь? Ну, в общем. Ну, я не пойму, да ладно. Да, возможно, потому что она тут за лошадь идёт. Когда лучше идёт? Когда лучше идёт? Тут вот это он толстый. Ну, Витя, ну ты помнишь, что ты сама большая? Ты помнишь, когда была свадьба? Толя, вот лежит, не живет. Вот розовый салфетки. Вот, когда... Это у них там? Ну, ты помнишь, когда была свадьба какая? Ты вот шапку такую не хотел. Ты за кого это? На свете вашу? Нет, вот на свою. Мы говорим про Сережку. Ну, так ты же помнишь, когда была свадьба? Что было, когда свадьба? И драки были, и пьяные. А я думал, что день рождения. Или мы у нее второй раз там? Иди раз на кухне. Дайте мне знать, а? Сказал, что мне сначала... Яша. Не знаю, я буду зачем дать через... Яша. Ну, в общем... Сейчас полный кадр, подожди. Кто ей вообще нравится? Полный кадр. Я ее знаю давно. Вот мы вчера... Яша. Она у нас что, с тобой, с колбами? Мне? Ой, мальчик. Меня, когда она меня знает, я еще подруга. Ой, мальчик. Я не хочу склочить, но когда мы сюда заехали, сколько прошло времени, как он повесился? Ну, дети мои. Нет, они ходили еще в садик. Мне 6 лет было. Мне было 6 лет. Когда она сделала квартиру, сколько это прошло? Мне 6 лет было. Она же сказала, что 52-го. Привет. Короче говоря, Леша, он отделал квартиру. Он отделал, он подходил, все там отделал, сделал. И... Прекрасно тут свет. И что? И что? Ну ты же помнишь, да, вот этот именно день, когда он пришел, она его не пустила. Помнишь, он сидел на скамейке? Вот, в этот же день он помнишь? Я хочу сказать, я боюсь, что... Этот кассет им не давали. Никому не давали. А, я здесь, я особо не внимаю. Она говорит, она виновата, что от нее. Говорят, очень хороший мужчина. Роковая женщина, да. Все любят, но никто с ней не... Не, а вчера?
заскочила сюда. Ну, я согласна с ней, что расходиться уже надо. Мы с ней уже устали, мы ночевали, мы устали, очень устали. Но она заскочила так. Долго здесь будет сидеть? Дома ничего жрать нету? Чем будете ребенка кормить? Все, расходить? Что она еще сказала? А, ну, я еще сказала. Нет, Валентина моя тетя говорит, а что ты к бабушке не можешь ногу положить? Нет, бабушка, не положить она. Тоже. Сейчас, мне надо завтра в больницу собираться. О? Бабка. О, ой, не могу. Ой, не могу. Да. Да. Здрасте. А что без жениха-то? Ой, смотри, вот же он пришел, а жениха. Занимать пришел жениха. Смотри, смотри. Смотри, молодая пришла, увидела. Горько, горько, давайте покричим им горько. Алёша, горько вам. А чё ты прослежился? Да, это будущий артист. Хорошо, если артист, а не другой. Витя, Витя, ответка наша, кого родить девочку. Ой, господи. Я вчера... Сегодня всю ночь слышала, кого они там гадали. Это зависит от того, нет, что ты лежал по лун или топор. Мы имена все говорили, как назовем. Я говорю, я говорю, родители это в декабре там Варваре деньги. Назовем Варенькой. Варварой. Или Николой каким-то. Колготком. Что там получилось? Девка. По каким колготкам? Ну-ка быстро. По рукам, девка. Колготкам. Колготкам. Что он глал под подушку? Колун или топор? Я же на ледилке ржал. Если колун, колун, значит, будет мальчишка. Если топор, то... Блин. Дайте ему чекаться, что ли. Кто-то можно. Троечку вынуть. Чего? Ну, я одна только сын ничего не спрашиваю нафиг. Я давай сниму, садись. Да не надо. Я кнопочку стану нажать. Да я сниму. Потом будешь это прокручивать, ты я так полный пас. Потом что-то не сказал, что не пил. Только суббота. Суббота, воскресенье и понедельник. Семечка. Не засчитано. Да, не знаю. А там просмотр можно, все доказательства. Там не надо. Свет, там, наверное, уже пленки нет. Ты рано маски крутишь. Я не забыл, по какому, где побольше костей. Я уже что-то ничего не получится. Бабушка, ты хорошая. Хочу передать привет. А сколько сейчас такая камера стоит? Около пяти. Чего пяти? Около 5000. Любитель, долларов? Любительская, да. Долларов рублей? Да, нет, рублей. А, рублей. Деревянно. Ну где это не деревянно? Там есть наши нормальные. Да, у нас там. Относительно деревянные. Белый. Кому ты привет передал? Так, посмотрим, чего вы тут стали. Я помню, теща приносит мне пенчика, да? Пол стола. Чего тут? Ты можешь 30 дней ходить на эти 30 рублей. Рай, а деньги у вас сейчас те же, что зайчики, да? У меня туда скоро. Зайчики, а какие сейчас? Он правительство. Он, если не ленишься, принеси суп. Да это 100 рублей, говори. В дом правительства вообще, по-моему, не было. Был. Самые высшие. 5000. Сначала этот был добр, 50 было. Это уже не, животных нет. Нет уже все, да. Сейчас они были зеленые, оранжевые какие-то были разные, да? Сейчас новый день. Даже не... Блин, ну стали, дай бог, белочка. Да, белочка, да, зайчик. Но не заменяю. Вот, правильно, что мы вот сейчас погода есть. Конечно, есть. Но они уже считаются без нулей. Без нет, ой, ой. Как не Серегу твоего? Алексей, а вот как управляешь на этой бусте? Ты мужчина или женщина, я хочу узнать. Свидетель женской одежды. Губы надо было накрасить. Значит, какие-то там перетятые годы там были. Что за вроде? Ты же жениха должен обнимать, это там, невеста. Он целоваться лезет к себе, а ты не видишь. Все, хватит. Дайте, пускай ест. Все, не снимай больше. Да Серега ничего не ест. Ну, то один лезет обниматься, вторая с камерой. Поесть. Он даже не наблюдает. Да? Серега, ешь. Ты ничего не ешь. Тортик залегли. Чего? Thank you.
на старой башне провожают день вчерашний и звонят колокола. Провожая день вчерашний, бьют часы на старой башне, будет, будет даль светло. На старой башне то, что ночью было страшно, светом залито дневным. То, что... Уважаемые родители, представляю вашему вниманию фильм-концерт в детском саду номер 68 «Дельфинщик» города Твери, посвященный проводу осени. Заканчивается осень. Выпал первый пушистый белый снег, окутав своим теплым одеялом землю и ветви кустов и деревьев. Природа сбросила свои разноцветные наряды и приготовилась к зиме. На улице холодно, солнце спряталось за толщу свинцово-темных туч, ну а в детском саду тепло, весело и шумно. Там проходит праздник «Проводы осени 2002». Итак, посмотрим вместе с вами, что это за праздник такой. Ночи с улиц прогонит.
забыли, что узнает, где у нас вода?